Мы не выполнили самое главное задание, которое поставил перед нами Майдан. Помните, мы пообещали, что все виновные будут сидеть. Помните, мы пообещали, что будет разбирательство и будут осуждены. Не работать дальше в правоохранительных органах, в прокуратуре, в парламенте, в гор- и райадминистрациях, а будут сидеть. Мы не выполнили это обещание. Именно поэтому с нами так разговаривают. Именно поэтому совершенно спокойно народ нам не верит. Именно поэтому мы нивелировали уважение к себе. Именно поэтому, когда кто-то обещал, что без чести жить не будет и живет, именно поэтому нам не верят. Поймите, и мы ничем не лучше в каком-то смысле предыдущих по одной причине. Мы не выполняем своих обязательств, взятых на себя после Майдана. Я точно так же не снимаю с себя ответственность. Да, я не стоял на сцене Майдана. Да, я был таким же обычным винтиком под сценой. Да, я приходил, я поддерживал. Потом когда-то разные истории были. Мне позвонила Леся Ганжа, рассказала, что Борислав, происходит там-то и там. Борислав, мы не вспоминаем сейчас личные истории Майдана. Мы нет, пытались разговаривать. Мы не вспоминаем. Подожди, Алексей, пожалуйста. То, что делал. Мы пытались разговаривать. Мы пытались доносить друг другу информацию. Мы пытались выстраивать диалог. Но почему-то, придя во власть, некоторые из нас стали зарабатывать на крови. Тех, которые остались на Майдане, погибли на Востоке, на крови. Их не смущает это? И каждый раз, когда мы задаем вопрос, это Шатун, это Путин. Я прошу прощения, а не выполнил обещание после Майдана Путин? А коррупцию развел Путин? А ворует Путин? А Путин реально виноват в смертях пацанов на Востоке. Путин реально виноват в том, что он финансировал ту власть и помогает частично разрушать нашу страну. Виноват. Но давайте не снимать самую главную ответственность. Ведь это же мы не выполнили обязательства, взятые на Майдане. Через два дня, будет 21 число, да, будет, надо будет выйти на Майдан и отчитаться перед людьми. Я мне, хочу мне спросить интересно, только кто об одном. Рискнет кто это сделать? Из тех, кто стоял на сцене Майдана, мне тоже интересно, кто это сделает. Выйдет из охраны блюда.